дети читают стихи. Меня зовут Полина Капитонова. Мне 6 лет. Я живу в городе Сурск. Стих называется «Про карусель». Автор Лена Сиропа. В нашем доме карусель, ручейком течет кисель, по столу тарелки прыгают, как белки. Маша ищет кошку, кошка ищет ложку, Миша ищет папу, папа ищет шляпу, и никто ничего не находит. Миша хнычет, Маша плачет, кошки тошен белый свет. Это что, ребята, значит? Значит, мамы дома нет. Вот и мама, наконец-то, все становится на место.